Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она, чтобы посмотреть, не обернулся ли я. Российские СМИ внимательно проследили, как же западные медиа отреагировали на пресс-конференцию Владимира Путина и заверили аудиторию. Их коллеги буквально ловили слова президента. Большая пресс-конференция Владимира Путина стала одной из главных тем в иностранной прессе. Высказывания и заявления Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции сейчас обсуждает мировая пресса. Пресс-конференция Владимира Путина дала новую пищу для размышлений американским СМИ. CNN, Wall Street Journal, Политика. Материалы пестрят ссылками на влиятельные СМИ и короткими отчетами о публикациях. В центре внимания два высказывания российского президента. Первое касается действий Анкары. Второе высказывание о Дональде Трампе, лидере предвыборной гонки в США. Несколько изданий обратили внимание на материал в итальянской газете Il Giornale, мол, там очень заинтересовались позицией Путина по Сирии и Турции. Il Giornale отметила, в адрес Анкары Владимир Путин не пожалел слов. По мнению автора статьи, напряженность в отношениях между Россией и Турцией только нарастает. Все это в тексте действительно есть, но материал не аналитика, как может показаться, а короткая заметка. Также и с реакцией западных СМИ. На пресс-конференцию действительно обратили внимание, но темой номер один она не стала. Медиа лишь отметили вопросы наиболее им интересные. Арабская Аль-Джазира говорит о позиции Москвы по Сирии и Турции. Один из первых вопросов был о Сирии, об Асаде. И Путин сказал, что все по-прежнему. Он останется, пока народ Сирии не решит иначе. Республиканский канал Fox News сосредоточился на похвалах Путина Дональду Трампу. Российский президент восхвалял Трампа. Назвал Трампа выдающимся талантливым человеком. Тема неожиданной поддержки скандальному кандидату заинтересовала и другие американские СМИ. А вот британский таблоид Daily Mail в соответствии со своим жанром больше всего волнует судьба таинственных дочерей президента Путина. Аналитики из Foreign Policy обратили внимание на заведомо скандальные заявления российского президента. Когда Путин стоит перед микрофоном в течение 3 часов, он, несомненно, использует шанс, чтобы сделать как можно больше подстрекающих заявлений в адрес своих врагов. Настоящих или вымышленных. В этот раз, отмечает издание, самыми яркими оказались высказывания о турках, подлизывающихся к США, похвалы двум скандальным личностям Дональду Трампу и Зеппу Блаттеру, а также признание Владимира Путина, российские военные на востоке Украины все же есть. Эти слова заинтересовали многие СМИ. Президент, по сути, впервые публично заявил о российском военном присутствии на Донбассе. На что Russia Today уточнила, никакого сенсационного признания якобы не было, вы ослышались, а слова Владимира Путина западные СМИ, разумеется, намеренно исказили. Он говорил о военных советниках, таких же, как и американцы посылают в Украину. Никакой новости в этом нет. Его слова опять искажают.